Хей, hey, йога, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands 2. Я не знаю, что там сейчас. О, все. Фризы, люблю фризы. Короче, нам нужно отправиться в локацию, которую мы недавно открыли. Давайте тогда быстренько, я не знаю, смогу отсюда и перепрыгнуть. Так сказать, выпрыгнуть с локации. Сейчас попробую. Стой, а я патроны закупил. А у меня патронов нормально, ладно. Ах, черт. Нет, не могу. Ладно, давайте здесь посмотрим. Давайте тогда я так уж и быть за патронами сразу сбегаю. Высокое качество, низкие цены, никаких гарантий. Ты смотри, там веселись, но в меру. Блин, вот тут реально вот фигня в том, что я не могу про, допустим, вот тут перепрыгнуть. Там невидимая стена. Зачем вы поставили невидимую стену? Хотя там возможно было перепрыгнуть. Какое сияние. Или враги восстанавливаются после того, как я выйду и зайду в локацию. Блин, уже не вспомни даже. Так, добраться до Блэкборских пещер. Так, это вот как раз они и есть. Здесь еще много очень боссов. Я забыл так упомянуть. Со сравнением с ранними частями. Чё, поехали. Да, 5 уровня враги. 6 уровня, 4 уровень рака. Ох ты ж, ё-моё! А вот об этом я и говорил, ребят. Что жопа, просто жопа. Замечу, что я попадаю в голову. Но я не убиваю. Да, круто. Круто тень. Если у тебя есть донорские органы, помести их в приемник. И плюс я не могу уровень сложности ничего такого выбирать. Так, мне патроны нужны. Патроны. Ну, мы, в принципе, скоро апнемся до next level, и, по сути, я должен получить способность. Так, привлечь внимание. Привлек. Тихо, где ты? Приятель. Еще немножко и будет next level. Next up. Так, нужно по инвентарю еще. Блин, может все это продать? Улучшение тоже у нас продается за в камешки. Все продается за камешки. Мод.
Мы будем делать так, чтобы у нас была вся карта открыта. О! Ой-ой-ой, там, кажется, сейчас неприятности будут. Так, пистолет и жоги. Попробуем, давайте. Ого! А давайте я дробовик на этот раз попробую. Я понял, держу в курсе. Так, все, новое очко, способность. Все, я получил способность турель. Развертываю автоматическую турель. Отлично, сейчас мы тебя укротим. Готово. Забрать. Ну, как вы поняли, да, вот такая вот турелька у нас. Но, блин, все равно тратится энергия, когда она активная. Поэтому здесь нужно быть осторожным и беречь. Не, вот этот пистолет лучше, чем тот. Потому что он еще огнем херячит. Потому что он фигарит еще и огнем. Ну, тут меньше патронов будет. Поэтому здесь такое спорно. Все спорно. Давай, давай. Воу-воу-воу-воу. Автопушка к бою готова. Автопушка! Леди! Снова в строю. Изи. Все было так задумано. Чтобы меня типа убили, и я мог восстановить полностью щит. Ну еще хп немного поднял, ладно. Да, ну враги жестко выносят. Здесь соглы. Здесь плюс, и здесь согласен. По хп я приседаю. Сразу турель забираем, чтобы она восстанавливалась. И вот такой вот механикой мы дальше продвигаемся. Не помню, что в той стороне. Погнали. Помню по пути. Да, но с хп у нас проблемы. Автоматическая турель готова к стрельбе.
Готово. Сожгли. Опасно. Блин, я не понимаю. Вот единственный минус, который я помню в игре здесь именно, да, во второй части. Это что мне нахипали по ХП. Просто жопа. Поэтому лучше сейчас немного прокачаться в таких локациях, да, просто поизучая, ну, те или иные локации. Плевать, что несу. Просто пока что вот так поапаться по уровню. По сути, этот уровень, когда мне дают уже турель, я должен получить... Ой-ой-ой, я в воду упал! Нихера вы офигели. Так, вон еще типы. Ну, мне хотя бы нравится то, что у нас турелька не так уже долго перезаряжается. Там минуту где-то побегать от врагов, да и все. Давай, давай, давай. Отлично. Еще что-то ценное попадало? Нет. Чит, ладно. Ну, это чит, смотрите, по цене, в принципе, неплохой. Так, отхил. Погнали туда сходим. Эр, все нужно искать, все нужно лутать. Как бы то ни было. Бля, я вообще думал одно из двух. Либо Borderlands, либо Skyrim. Но я думаю, Skyrim там бы на серии 200 с чем-то заняла. А игра Borderlands займет только, ну, 100 с чем-то только. Ну, я буду считать, что 100 с чем-то это вся игра вместе с DLC. А не только основа. Хорошо. На кораблик. У нас есть что на корабле? На корабле ничего. Тогда в путь. Нет места! Нет места! Нет места! Нет места! Нет места! Нет места! Тридцать семь, 37. Этот 40. Давайте то, что дешевле. Выбросить. Опять делаем так, как чтобы по деньгам было нормально. Делаем так, чтобы было норм по деньгам. Угу. Эбельновая льдина. Ну что вот это просто за урон? 40 урона. Туловище. Ну, достань пистолет. Главное, что мне турели хватило для их убийства. А то бы потом они меня разорвали. Куда я хотя бы иду? Альянс.
И куда бомба полетела? Ну, блин, пока вот она активируется, тоже время тратится. Молодец. Моя турелька. Моя турелечка. Так, тихо. Туда еще что-то можно сходить поискать. Или нет, нет, здесь обрыв. Так разве мы не добрались до пещеры? Блин, мне бы в магазин вернуться. О, мод. Так, активировать. Нужно ее время это, работы сделать больше. Ага. Ого. Ого, он что, с одной тычкой убил ее? Ой, тихо. Окей. Все сработано, как было запланировано. Так, 43 стоишь. Есть что-то менее дешевое. Нет, ладно. Но это зеленый, блин, я не знаю. 37, 32. Так, давайте прокачиваться. Так, безбашенность. О, безбашенность. Скорость так, подзарядки, уменьшение отдачи, скорость при зарядке, урон от стрельбы. Уменьшение отдачи, урон от стрельбы. Урон от гранат, задержка подзарядки, скорость подзарядки, уменьшение отдачи, скорость при зарядке. Урон от стрельбы. Меткость, скорость перезарядки, шанс... Так, урон в ближнем бою, скорость подзарядки. Меткость, уменьшение отдачи, скорострельность. Так, по способностям. Увеличить число снарядов в каждой залпе турели. Время действия турели плюс 2 секунды. Урон от стрельбы, при стрельбе и в ближнем бою. Так, смена оружия. Увеличить скорость смены оружия. ХП, ХП, ХП. Но сейчас бы мне урон увеличивать, это так, но блин. Турель улучшать. Повышать скорость подзарядки щита, уменьшать задержку подзарядки щита. Следующий уровень, так, точность стрельбы турели. Технология позволяет размещать турели с сабля на больших расстояниях. Черт. Я бы урон прокачал на самом деле. Оружие. Там, блин, проценты такие маленькие. Лучше в эту качиваться. Если уровень здоровья щита максимум устанавливает 0,4 единицы в секунду. Секунду, да. Давайте пускай у меня будет автоотхил. Пускай в секунду маленький будет, но все же будет.
чем не будет. Большой ящик. Так, все, что... Так, какая минимальная цена? 48. Все, что дешевле 48, мы выбрасываем. Так, выбросить. 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 48, 48, 48. Так, а теперь возвращаемся обратно по островкам. Больше тут ничего нету на корабле, там за кораблем. Нету. Ладно, все. Это мы только с вами кусочек исследовали, а уже 21 минута. Не умирай, спасибо. Сейчас вернемся, продадим. Давайте все продадим, нахер нам нужно. Вот, собирать только. Только забивать себе инвентарь. Вернемся, сейчас все продадим и пойдем дальше. Чё, чё, чё? А, автомат, я понял, это базука. Я бы базуку взял. Но, как видите, отхил, в принципе, есть у нас маленький. Не, типа, и щит можно вкачивать, либо здоровье. Если ладно. У тебя с деньгами порядок, то и со здоровьем будет порядок. А вот это хороший щит. Пока. Давайте щит поменяю. Ну да. Здоровье, щиты, налетай, покупай. Боеприпасы Маркуса и убийство понятия не разделили. Угу, нормально. Так. Давай. Так, ранг безбашенности нам дали? Нет, не дали. Ага, вкарапнут. Медик первого, восстановите единицу здоровья. Блин, не знаю вот на самом деле, что вот прокачать. Потому что... Я не помню, у меня где-то должно быть в сохраненках. Турели я буду прокачивать, но скорость перезарядки я не знаю. Там 50-50 на самом деле. А, перезарядки. Но я не знаю, перезарядка это имеется в виду пушки, или перезарядка имеется в виду именно... самого персонажа, ну как он перезаряжается. Так, повышает скорость подзарядки, повышает точность стрельбы, навыкубийство после уничтожения врага ненадолго повышает уровень при... Так, урон при стрельбе и скорость перезарядки. Урон при стрельбе, скорость перезарядки, навыкубийство после уничтожения. Ну, в принципе, это можно прокачать будет, штурм. Значит, ваша турель сабли устанавливается за ракетные огни. Восстанавливает здоровье. Следующий уровень восстановления 0.4. Максимальный уровень здоровья в секунду. Время действия 3 секунды. Наносит урон врагу в течение нескольких секунд восстанавливает здоровье. Это я не буду прокачивать. Но хотя бы до сюда мне нужно докачаться, чтобы у меня был доп. Урон. Любым. Вот это буду прокачивать. Увеличивается емкость магазина штурмовых винтовок. Я штурмовыми винтовками пользоваться не буду. Навык убийства. Уничтожая врага, вы значительно хотите так, хотя ненадолго повышать скорострельность и уменьшать отдачу. Тоже такое себе. Устойчивость. Уменьшение отдачи для всех видов оружия. Также увеличит урон при метании гранат и стрельбы из РПГ. Техника. Пока вы действует ваша турель, сабля, вы наносите больше урона. Урон при стрельбе. Вот это мне нужно особенно. Больше, короче, нам нужно вот этот, вот это, вот это. Короче, все процентовые уроны. Увеличит урон и скорострельность оружия, не наносящий стихийный урон. Ну это... Но здесь уже, знаете, такой идет как бы и плюс-минус. Если у меня будет только стихийное оружие, то эта обилка просто зря я потерял, считать очки опыта. Позволит бросать гранаты во время борьбы за жизнь, делает вас лучше практически во всем. Урона стрельбы, точность стрельбы, ну короче, все на единичку, понятно.
Так, размещение турели и произносится взрыв. На турели еще есть второе орудие. Так, если уровень щита на нуле, повышается урон, наносящий вам при стрельбе в ближнем и в ближнем бою. Ни хера себе! То есть, если у меня будет... Ну, блин, не знаю. Так как я пойду по выживальщику, у нас будет щит. У нас будет щит на турели, поэтому нет. Повышает скорость перезарядки и уменьшает перезарядку поддерживающего щита. Эффективно зависит от уровня здоровья. Чем ниже уровень здоровья, тем сильнее эффект. Подзарядка щита восстанавливает 1% единиц в секунду. Навык убийства, уничтожая врага, вы наносите некоторое время значительно повышаете скорость подзарядки щита. Такой фигня. Снижая время действия урона огнем. Так, разве арты вот так? Понятно. Вот это нужно прокачать. Магнит. Так, вы с некоторой вероятностью игнорируете урон, который вдруг так привел бы к смерти. Кроме того, вы восстанавливаете здоровье 50% от максимального. Так, следующий уровень 4%, но это мало. Позволяет размещать две турели. Так, иногда одной недостаточно. Ну, блин, я не знаю. Тут было бы эффективнее. Понятно, что вот здесь выгоднее будет идти пока что. Короче, хил. Так, борьба за жизнь, урон, борьба за жизнь, щит, прицеп, перезарядка, двойные турели. Здесь у нас только вот это, столкновение. Ну и урон. Туда, кажется, урон. Да, и здесь урон. Здесь турелька. Ну, подзарядку можно взять. Не знаю, ладно, посмотрим. Мне главное, чтобы пока что я выживал. Давайте закончим эту локацию и... Сколько там? Далеко мне бежать? Да не очень далеко, поэтому погнали. Мне главное, чтобы у меня патроны, мне всего этого хватило. Сейчас мы отсюда всех расстреляем, кого увидим. О! Так, забираем патроны, идемте дальше. Ну, город большой. Плюс опыт. Сейчас по лодкам еще будем прыгать. Но враги не выходят, пока мы не дойдем до какой-то конкретной точки, поэтому... О, пистолет. Я думал, туалет. Так, давайте, наверное, на крышу заберемся. На крышу. О, вылазит. Все, присаживаемся, ждем. Подобом. Ну, они, у них меткость тоже как бы не очень. Это хорошо. Далее. Так, сохранение. Ой. Плюс 300 экспы. Патроны. Излишек патронов. О, привет. Это был мой кусочек.
Эй! Тихо, тихо, тихо. Так, у меня щита почти что нету. Туда-сюда уже щит пропал. Погнали по кораблям. Да, туда сходим. Нам все равно здесь нужно быстро все сделать и валить. Здоров, ребят. Прыгнуть в воду, сдохнуть. Сейчас турелька с ними разберется. Я пока перезаряжусь, посижу здесь, отдохну. Слышь? Чё? Малать, он был на нуле по хп. Но он так просто выживал. Это просто жопа. Таким количеством хп и выживать. Настолько долго. Так, а мне бы сейчас это пригодилось. Патроны для снайперки. И чем мы не запрыгиваем? Почему это мы не запрыгиваем? Тихо, отдыхать. Восстанавливайся. Восстанавливайся, отдыхай. Тенева в основном, да? Наверх. Открыть. Все, да? Плюс безбашенность нам дали. Жетончик, урон от стихии. Уменьшение отдачи, шансов. Так. Уменьшение отдачи. ХП на единицу вкачаем. Полетели. Я не знаю, что оно типа фризит. Угу. Эй! А я умираю. Каев. Да. Классно. Упал в воду, умер. Упал в воду, умер, умер. Упал в воду, умер. Сколько денег заберут? Сейчас малые повозрождаются.
Ну, как видишь, мне не слабо было умереть. Это пацанчики со щитами. Кто по мне там стреляет? А, вижу. Какая обезьяна по мне стреляет. Где ты был? Такс. О, облик. Сохранились. Ладно. Готово. Поджог. Турелька, забираем турельку. Пускай восстанавливается. О, еще ништяки. А, классно. Ладно, там магазин есть. Туда все сбагрим. Все. Вау. Да вообще. Ну, удовлетвори меня. Продолжай стрелять! Иди сюда! Это твой игрушка, что ли? Если что, наша турель нас может грохнуть. Или не может. Давай. Радость моя, скажи мне.
Все, 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 куда, 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 куда? Чудесно! Эта битва помогла мне изучить социальную структуру мордоплюев. Возвращайся к доске объявлений. Сейчас, сейчас сбегаем. Продадим вещи. И все. То есть сюда уже серия конец. Меня пнули. Если у тебя есть донорские органы, продать. Облик. Так, сюда сейчас вернемся. Так, 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 так. Блин, мало дают для них, нахер надо. Где пушка? Автопушка к бою готова. Пускай разбирается. Так, тут еще, да, у нас была? Да, здесь у нас много чего поразлеталось. Так, унитаз. Тук-тук-тук. У нас с этой стороны, помню, еще что-то было. Или нет? О, на крыше вижу, что-то есть. Надо не упасть. Так, кресло, кресло, кресло. Все, да? Да. Давай сразу это проясним. Да. Большинство моих товаров подобрано с трупов искателей приключений. Ну, в принципе, под рабошой здесь взрывной урон. Ну, здесь с прицелом. Ну, пускай дробовик один будет, ладно. Сделай из них винегрет. Все, забираем, полетели отсюда. Серьезно, я не могу отсюда выпрыгнуть? Не могу. Стоять, а это что за место? Что это было за место? Стоять, 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 обратно, обратно, обратно. Довольно хороший сундук. О, туалет еще. Туалет еще один. Пора убивать. Теперь мне главное найти этот проход. Воу, 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 воу. Готово. Она тебя тут взорвал. Вот этот мне сундук нужен был. Возвращаемся. Возвращаемся.
Пипец, мы уже 7 уровня. Мы довольно быстро на самом деле прокачались. Потому что, как я и говорил, мне тогда только должны были дать способность турель. Так, критический урон. Скорость здоровья, меткость, урон гранат, меткость. Мне только тогда должны были дать. Ну а что, блин, мне улучшать? Я за то, чтобы сейчас немного урон вкачать себе. Чтобы более-менее убивать врагов. Чтобы более-менее начать убивать врагов. Да, видите, они уже все повосстанавливались. Автоматическая турель готова к стрельбе. Обожаю самые горячие турели. Ну все. Типа мне так сейчас уже незначительно дают опыта. Так, мы все равно больше уже сюда не вернемся, быстро продавать. Два. Пропаша. Смотрите, это щит получше будет. По емкости. По емкости щит и лучше. Так, и что у нас здесь? Я застрял. Все. Полетели. А, да. Нужно вернуться к этому и сохранимся. Ну и считайте, закончим серию. 50 минут манать. Он сгорает. Побежали, ладно, короче, я думаю, смысл с врагами этими драться. Я сейчас здесь их загрю. Я... Только два врага нахер надо. Если все же... О, эти еще сундуки. Если на то пошло, я лучше здесь их загрю. Познакомьтесь с моей подружкой. Так. И все. Ну, 5 опыта, ну смотрите, ну что это? Много. А, эти камешки тоже восстанавливаются. Ты моя лапочка. Кошачок, походу, пытается мне войти в комнату. Ну, в принципе, серия выйдет где-то на 50 у нас минут. По идее, должна выйти. Поэтому как-то так. Идеально. Отлично, бошку получили новую. Ну, поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.